Давайте поиграем в сельскую местность на этом мотоцикле. На детали можно поставить. Почему нет? Бесплатно поставить деталь. Я поставлю магнит. Не знаю, нужен, не нужен здесь магнит. Но я думаю, пригодится. Магнитик. Ну вот, у нас 6 тысяч есть. Дополнительно. На эти 6 тысяч особо ничего не купишь. Ну, только если двигатель улучшить будет мотоцикл. И чтобы он как-то не прыгал. Прыгучесть как-то уменьшить. Ну так вполне нормально. Мы даже вон синенький автомобильчик с вами обгоняем. Баги-то обогнали уже. Да, баги оказывается такой не особо быстрый автомобиль. Не знаю, стоит ли его покачивать, либо покачивать синий вот этот автомобильчик. Как вы, ребята, мне посоветуете, скажите. Что лучше, прокачивать баги или синий автомобильчик? Который, кстати, уехал уже далеко. Что-то я его не могу обогнать. Даже обогнать я его догнать не могу уже. Вот. Ну, все, этот мотоцикл норовит перевернуться. Все, он что-то заваливается назад. Так, на одном колесе даже мы едем. Вот, что мне нравится, что мы... О, нет, разбились-то, как так? Так, в сельской местности поиграли, давайте в лес поиграем на мотоцикле. Посмотрим, что он может в лесу. Лес. В лесу много всяких этих препятствий, которые все сделаны. Бревна. Ну, здесь вот опасно. Вот. Но мы срабатываем еще на новой трассе, потому что мы первый раз не едем на мотоцикле. Нам еще дают по 100 монет в среднем. Потом каждый раз он увеличивается. Монетки. Да, что-то вот его переворачивает этот мотоцикл постоянно, но дядька сидит в нем уверенно. Не то, что там на всяких мопедиках, здесь нормально сидит. Хорошо. Вот. 7500 уже у нас заработали. Ну, будем, конечно, прокачивать какой-нибудь автомобильчик. Хоть и можно вездеход купить, но, в принципе, я пока вездеход покупать не буду. Потому что я представляю, как он не ахти. Вездеход, его нужно будет прокачивать, он будет ехать медленно. А, нафиг. Пока не буду. Ух ты, разбились. Да. Офигеть. Так, ну что, в лесу, в сельской местности мы были. Давайте в городе попробуем прокатимся. Как он себя ведет в городе. Потихоньку мы еще и звездочки зарабатываем. Не знаю, конечно, сколько это надо проехать, чтобы заработать много звездочек. Опа, чуть-чуть не это самое. Не провалились. Хорошо. Так, опля, аккуратно. Едем, едем на одном колесе. Прикольно. Так, здесь просто перепрыгиваем это дело. Ну вот. 8000 монеток. А начинали у нас, я не помню, 2000 монет было, что-то такое. А, 4000 у нас монет было, помню. Как мы купили мотоцикл у нас. Считай, 4000 монет заработали. А, здесь мы разбиваемся. Так, ладно, город поиграли, давайте в гору. Ага, гору, да, поиграем? Угу, да. Давай купим тогда двигатель. Сцепление купим. Ну, подвеску возьмем. Топливный бак на всякий случай. Ну и все. Потому что если это я не куплю, то... Я не думаю, что я далеко проеду. Смело, смело далеко не проеду. Так, да. Увереннее стало ехать. Прям мощность чувствую.
чем было до этого. Мощнее стал. Мне главное здесь подняться на гору. Надеюсь, хватит мощности. Не зря я столько денег потратил. Может быть, не сильно много, но сколько было, все потратил деньги. Все, едем. Так, замечательно поднялись. Хорошо. Вот еще монетку заберем. Вот такой вот мотоциклист у нас. Оу, ребята, мы заехали. А мы заехали нормально-таки. Я считаю, что хорошо, хорошо. Вон уже 2000 монет заработали. Нифига не делая практически. Такой вот он, вот так вот мы, ребята, мотоциклист, мотоцикл этот открыли. Эх, было время, когда карты покупали за деньги, а сейчас за звездочки. Очень много приходится нам проезжать здесь. Чтобы за звездочки открыть карту, либо покупать за деньги, 400 тысяч стоит. А кого я вру, 400 тысяч, 600 тысяч стоит. Карта сейчас новая. Кажется, летняя. Это вот что-то монетка за нами бежит, все никак не может добежать. Долететь. О, ну видишь, какой вонючий случай. Я не могу сюда здесь проехать теперь. Из-за этой монетки. Опа, перепрыгнем, да. Ну вот уже 1000 метров мы проехали. Ну, я считаю, это очень хорошо. Мы можем проехать намного дальше, но, скорее всего, двигатель нам этого не позволит. Там есть такие подъемы крутые, что не получится, к сожалению, нам подняться. Ну ладно, и так нормально. Оп-оп-оп, голова, голову держим. Ух ты, какой здесь этот самый овраг какой-то крутяцкий. Нифига не можем из-за вот этой вот маленькой ямки. Кто такую ямку сделал вонючую, а? Нет, смотри, я не могу. Да все, короче, разбиваемся нафиг. Ну не смогли проехать. Надо еще больше его прокачивать, оказывается. Так, давайте сыграем в кубки. Поставил я новую деталь. Так, у меня вот еще вот это есть. Давай вот эту оставим. Детальку. Я буду собирать монетки и ускоряться. Блин, жалко, у меня этого нету, слушай. А что, есть ускорение какое-то у меня или нет? Не понял. Блин. Еще монетки профукали, да что ж ты будешь делать-то? Так, а зачем мне наверх ехать? Ладно, поехали наверх, поверху. Да, мне поверху не надо ехать, говорю. Да ё-моё. Давай, немножко ускоряемся, алло. Монетки, помогите мне. Третья позиция, круто. Всегда мечтал о третьей позиции, блин. Багги, ты чё меня подводишь? Так, мне нужно выиграть эту гонку в любом случае. Так, ладно, едем. Мне б сюда еще магнитика. Магнитика, а у меня тю-тю. Нету. Что-то я не вижу, чтоб меня монеты ускоряли. Я же там поставил, да, правильно, ускоритель монетный? Ну да, вот он стоит, монетный ускоритель. Все, идеальный старт. Нифига, эти монеты меня не ускоряют. Ну как так? Давай проверим, посмотрим сейчас. На примере этих монет. Фиг знает, короче. Ускоряет меня, не ускоряет. Монета, фигня какая-то. Боже мой, божечки ты мой. Ну, давай, Багги, поднажми. Ты сможешь. Первое место. Далее только второе.